Она его тут волтузит. Задирается на нее, балуется, уже положили спать, закрыли, а ему не имется, день-то выдохся. Под бумагу залезла его мать, а он теперь туда к ней. Мы двое ушли с Володей, я кошек посадил в погреб, это под пол. Вот так, вот так. А голуби на свободе тут летали. Он к ней лезет туда. Бумагу положил, если голуби оправятся, чтобы... Так еще делает. Вышиб ее оттуда. Она опять туда. Бумагу порвали, все. Вон она, ее даже в щель там, где она шевелится, играет. Ну, белые. Они любят кошки вот так. Ребятишки также стулья поставят, одеялами закроют. И... Потеха. Сейчас были у Неонилы Щукина, и у них кот большой, черный, 2 года. Кастрировали его, но не люблю даже слышать это. Он не такой, он злой. Кусается, потому что из него сделали неизвестно кого. Ее уже там нет, он по-прежнему бумагу рвет, сам залез туда. А палями кричит, это от нее не зависит, ей кота надо. Все, она готова снова замуж пойти. За любого. Только возьмите, хвост мой пушистый. Все, подол поднятый, готово. Объявление на доску. На остановке. Вот она как. Кричит и кричит, из нее звуки вырываются, не ее даже как бы звуки. От нее это не зависит, она не кричит, они сами вырываются. Мало того, стенки стала мочить, ходить, знаки оставлять. Я их не выпускаю. А летом, если она задумает, там выходит за любого кота. Вот так, новая игра, я положил-то и говорю, потому что вот на 3-м этаже голуби, ну... Мы уехали с Володей. Они у меня, вот они, голуби. Вот они, сами залетели, слава богу. Начинает привыкать. Вот-вот должны яйца снести. Утрами воркует, а она дубоносая. Сейчас не могу даже решетку открыть. Могу вот так вот это показать. Вот он какой, это он. Голубь, а это голубка, вот у нее нос какой. Красавицы мои. Я дорогой так с голубями познакомился, записали, ездили с Володей. Ну и все, вот она где.
рыжая бабка подружилась с ним друг. И учит его. Ну, у нее самый большой вес. Это разная весовая категория. Вот Игнатий Ильич пришел в гости. Я кошкам игра. Как просто все. Ни копейки не стоит. А сколько удовольствия. Я их покормил рыбой сушеной, гальянами. Вот они как. Ну-ка. Белая, давай, серенькая. Ну-ка, давай. Там покажи, как Надежда Васильевна. Ты это, что там у нее есть? Зажги свет. Нет, не надо. Ну-ка, давай. Это их мать, Буска, ходит. Вон как и играют они у меня, завязочками. Ну-ка. Это Бускины дети. Ну-ка. Не надо забывать, уже крещение рядом. После 19-го, первое воскресенье, после 19-го, у нас будет день общины. Надо готовиться. Готовиться, все данные собрать. Ну что, пошли? Угу. Дрова, это все твоя работа. Там выбрал или нет, дрова не закрывается. Я пытался показать, но... Не, она закрывает. Не закрывается? Закрывает, закрывает. Когда выгребет все оттуда. Чтобы не прогореть. Когда так, у я нас покажу. Какой праздник, митрополит, когда пригласил? Субботнее время у нас по-другому идет, чем обычно. Это надо и постираться, помыться, сходить за хлебом. Встретить батюшку. Готовиться к вечерней службе. Давай с Богом. Поклон передавай Татьяне. Ладно. Вот так. Ну, пошел наш брат Владимир. Суббота. Встаем мы всегда в одно время. Сейчас сколько? 8:40. А встаем 4:40. Ну, все пока приготовили. Вчера воды, боясь, едва уже и не застыла вода. Ну, пошли. Что тут? Вот он пошел. Три поклона. Благослови, Господи, брата Владимира. Сохрани от всякого рода зла и греха. От недобрых людей. Мир тебе, брат. Вот он, видать его. О, рукой помахал. С Богом. Вот, машет рукой. Что-то машет, что, наверное, батюшку приехал. Ну, все, слава Богу, сегодня утро такое, 12 января 2019 года. А этот во рту картофель уносит и гоняет, как этот хоккеист. В зубы берет ее, дальше несет, ну и пошел. Вот до того потешный такой, слепой был, прямо слепой, натурально. Я каждый день водой молился за него, котенка, и протирал, опять в зубы берет. И пошел. Мелконькую картошку дашь ему. И вот он с ней как играет. Ему как интересно. Вон он несет в зубах. Я у одной делал печь. Она постарше меня, женщина, говорит. Вот сейчас игрушек детям, говорит, и они неинтересны. А у нас было так, говорит, пилили дрова, две чурочки небольшие так получились. А нам их отдали, и мать свои подтяжки. Бросила нам. Больше ничего нет. У матери на подтяжки. И мы, говорит, целыми днями играли с сестрой. Больше ничего не было. А сейчас я иду около храма. Вышел на Никитинскую улицу, где храм. Прямо недалеко от храма. Тротуар, и две или три девчонки играют. Что-то дощечка лежит, а они это магазин играют.
И одна с другой торгуется, та насыпает, я ей потом увидала, что я иду. Атас кричит, Атас-то с радомигом раз, все спихнуло, закрыло, как будто ничего нету, и смотрит в сторону, и меня как будто не видит. Это маленькие дети, ну где-то года по 4, по 5. В школе спросили, где-то в классе 3, 4 здесь, кто такая была Крупская? Надежда Константиновна Крупская. Только одна девочка сказала. Все остальные не знаем. А одна подняла руку, а я знаю. А кто она была? Коммерсантша была. Вот и все. Старалась, списала что-то. У этого бандита, своего плешивого демона, записки носила, то другое. Сколько зла понаделали. И как будто не было. Никто ее уже не знает, уже в следующем поколении. А это каждый день требует, работает целая бригада, сколько лет, во что он обошелся, государство, что вымащивает эту воблу. Как Валерия говорила, Зюганов, забери свою воблу из мавзолея. Вот он несет в зубах. Чем бы дитя не тешилось. Мне понравился один рисунок в интернете. Ульянов, господин, сидит, штаны зашитые, как у меня, без заплаты. И сидит, а под ним «Капитал» Маркса, там свои какие-то произведения, что-то. И сидит, подперся рукою, печальный такой, да. А идея-то была правильная. Правильная была идея-то, правильная. Кто его послал? Все подозревают, что он был еврей. И вот еврей вроде, да еще еврей, букву «Р» не может выговорить. Один недавно по радио выступает и говорит, ну вот говорят на меня, так слушайте внимательно. Вот он испугался. Это я показал, как по радио, все. Ну, играй, играй. Хороший, хороший, белый, белый, но... испугался буквы «Р». А букву «Р» это как раз выговаривает русский, он русского испугался. Вот какие мы политики. Нет, в человеке дело-то. Просто в человеке. Ну что, потеребить мои валенки. Ну вот теперь что здесь будет? Все дело во Христе, в Боге. Потерял. Потерял, где оно у него есть. На, вот оно. Вот оно. Я тут... зарыкал на него, и он ее потерял. Если в Бога человек верит, Дух Святой касается его сердца, он изменяется во всем, в поведении своем. То уронишь туда вниз-то. Это дырка там у них, ходить туда. Вот она как. Чем бы, говорит, котя не тешилась? Лишь бы не гадила. Ну. Благословен Господь. Вчера я на эту тему говорил. Почему жалеем? Вот тащит во рту, видите. Не знает, куда положить. Как-то я приехал в Воронцовка, село такое, недалеко от Фрунзе было. Там наши родители уехали, жили. Мать подарила корову, а корову сразу завели. Отец купил корову, выводил ее, пас. Ну и гляжу, мать подарила, и он ведро у нее взял, он стоял рядом. Отошел и корыца, прям настоящая деревянная корыца. И молока туда налил, чуть не пол ведра. Я глянул, окошек 12, наверное. Я говорю, тять, что ж кошек-то столько наплодили? Да холера их плодила, они сами плодятся. Ну да как-то ограничьте маленько. Вам нужны они? Да зачем они мне нужны? Ну кормить-то надо, раз есть. Такие рассуждения интересные. Такой прагматичный был отец, а с кошками не поправился. У меня нынче зиму. 9 кошек, кричат кошатник. Так получилось.
Три кошки здесь замерзали на улице, мы их приняли. Сейчас там они охраняют храм. Котенок, двух котят Надежда Васильевна избрала, когда катилась буска. Я призвал, они слепые еще были. Вот это там кто-то заказал, кто-то есть, выбрала она. А котята были так, четыре. И один совершенно черный, другой совершенно белый, третий рыжий и серый. Вот избрали белого и рыжего, она избрала. Голуби воркуют у меня в избе. Какой я счастливец. А теперь не знаю, что с ними делать. Ну, береги теперь до лета. Они там ей обои все пооборвали. Так они так бегают, возьми их себе. Да у меня три. Рыжая, я никуда не дену, она... Ну, что? О, рад стараться. Ну, что же делаешь-то ты, белый? Это мои ноги я потянул, вот и мотаю. Давай, картошку гоняй свою. Вон она, бросила ее. Вот она. Картошка. Ох, он ее. О, погнал. У меня рубашка оказалась с длинными рукавами. И как только снимаю, они закатываются. А сейчас я их взял, подшил. На двух, вот, ну, как тут, все, ниточки торчат. Но, однако, я их подшил. О. Все, хватит, у меня везде для него игрушки есть. Вот здесь сейчас я показываю ему. Ну-ка, вот уберусь сейчас. О, костюм туда. А вот здесь теперь этот аппарат. А теперь вот здесь я ему покажу. Вот под одеялом. О, кинулся. Я под одеялом рукой шевелю. Он аж зубами грызет. Ах, там как будто мышь шевелится. Под одеялом. Ах. Вот что значит он. Он не просто так. Он действительно воображает, что что-то там есть. Да куда там за руку хватаешь? Ладно, все. Игра окончилась. Ну, иди играй. Вот она, смотри. Смотри, вот она, игрушка висит. Гляди, ну-ка. А то он за тенью пошел. Я свищу на него. За тенью. Любит тень свою гонять. А от палочки тень. Все. И дядя тоже вспомнил про Колывань. Когда мы шествовали от Аксакова домой, дядя меня поучал. Если встретишь добрый привет в колыванском семействе, так именовал он семью винегреты, будь им благодарен, но не увлекайся до безрассудства. Дабы не ощутить в себе измены русским обычаям, лучше старайся сам получить влияние на них. Я чувствовал, как будто все это что-то фальшивое. Какая Колывань? Какая моя там миссия? На кого я мог влиять и кому стану показывать шиш, когда я сам какая-то чертова кукла и нуждаюсь в спасении бегством? Все, к чему я сам стремился, заключалось именно только в том, чтобы свободно вздохнуть и оправиться. На это были настроены все мои помыслы. В этом, на мой взгляд, состояла вся моя миссия на Колыванском море. Но тем более я спешил на эту Колывань к своим колыванским друзьям и действительно встретил друзей прелестных. Баронесса Венегрета Васильевна жила в своем домике в новой части города. Она была небогата. Муж, которого она по всем вероятностям очень любила, умер очень рано и ничего ей не оставил, кроме честного имени и дочки Лины. Баронесса была красавица и отлично образована. Благодаря этому образованию, а также, конечно, хорошим связям, Венегрета Васильевна попала в воспитательницы –
Она окончила свое дело с честью и 5 лет перед этим отпущена с пенсией, которой ей было довольно на то, чтобы жить с дочерью в своем городке безбедно. Смешного в баронессе не было ровно ничего. Напротив, она всегда была предпочтенная и всем внушала к себе уважение. Прозвать ее винегретой могло только наше русское пустосмешество. Домик, где жила семья баронессы, был небольшой. По лестнице. Вот все они любят лазить. Там рыжая сидит, а эта буска к ней подлезла носка. На 3-й этаж. А этот уже выстрелил в окно. Дырочку наверху, и вот он уже опять здесь. Мать его преследует, а ему интересно убегать. Брякнулся с кровати. Это она его учит так. Готовит из него какого-то захватчика. Но он успешно проходит. Ну, видно, что его только особая группа захвата какая-то. Вот он что делает. Это его Паля. Паля учит Белого так. Учит, но очень строго. Лишь один хвост торчит.